наша церемония, мы начинаем. Итак, за восхождение на Эверест награждается. Мы приглашаем на сцену Юрий Магомедов на спектр. Вот Магомедов на спектр, восходите на Эверест. Козлов Михаил. Козлов Михаил приготовится. Я надеюсь, в зале неприятно очень будет представить Артема
Вот так. А он никак не выдвигает. Хорошо, разум Оппонент приглашается на эту сцену. И разум Дмитрий. Разум Оппонент и разум Дмитрий. На эту сцену поздравляем вас. А я приглашаю на сцену Артема Гурштейна. Артем Гурштейн, за восхождение невесты в 2023 году. Памятный знак и приз от компании «Семь вершин» и клуба 8000. Поздравляем, поздравляем аплодисменты. И мы приглашаем Клима Шапкина и Евгения на эту сцену для вручения почетного знака. Клима Шапкин, Евгения. Ребята, обалдеть, сколько людей каждый год поднимаются на Эверест. Да. Все в 82 году об этом мечтают наши восхотители. Юрий Круглов, легендарный крымский альпинист. Юра, мы ждем тебя на этой сцене за восхождение на Эверест. Юрий Круглов, Крым. Юра, мы ждем тебя, поднимайся. Так, а Юрий Круглов? Круглов, Юрий. Мы ему уже давали орден, поэтому он получит у нас, да. Хорошо. Ну и тогда, потому что вот я с ней приходила, в этом году познакомилась в Пакистане, и когда видела его вообще триплодета, идет девушка с Ланца. Я не знала, что она говорит по-русски, я сказала, господи, что за инопланетянка. Оказалось, Алина Бекова. Алина! Алина Бекова! Открытие подбора! Фантастика! Алина, я первый раз вижу вас без очков и без шахт. Она даже интервью давала. Давайте поаплодируем Алине Бекову. Дайте мне слово. Да, Александр. Алина, большой молодец. Учите, пожалуйста, цветы. Она сейчас еще покажет ролик и немножечко расскажет, каким образом случайно в этом году у нас ходило 11 восьмитысячников. 11 восьмитысячников! За 6 месяцев. За 6 месяцев! Браво! Браво, Алина Бекова! Потом да, мы сейчас в QR-код и еще Алине приготовили призы компания Ice Rock и компания Red Fox. Приглашаю Влада Мороза, приглашаю Сергея Машокина. Мы подумали, что Алине Бекову будет приятно. Ардиана, вот она. Вот она, вот. Что ей будет приятно, если мы ей вручим розовый ледоруб от компании Ice Rock. Это ледоруб. Вот ледоруб весит 180. Сергей, скажи одно слово, да? Это. Ну ладно, все, он сам скажет про проект. Алина, это очень круто. Мы восхищаемся вашими достижениями и дарим самый легкий ледоруб в мире. Wow. И зимний розовый цвет. А золотой ледоруб, я думаю, Алина получит не обязательно в рамках соревнований, она его получит от компании Ice Rock. Если сходит еще на 3 восьмитысячника, у нее есть такой шанс получить золотой ледоруб. Так, вот стопал. И Влад Мороз, естественно, наш томатный спонсор. Ну, извините, да. Влад. Просто дух. Мы не сговаривались, если бы я знал, что ледоруб будет розовым, то упаковка была бы розовая. Алина, поздравляем. Важно, что Алина теперь в числе наших амбассадоров Red Fox. И вот тебе очень теплая куртка. И продолжай, пожалуйста, в этом же темпе. Мы гордимся тобой. Браво!